как же, друзья, пчелы на бестомеске. В дымарь добавил пижмы. О, жужжит тут. Надо убрать рамки. Сделать гнездо более уже, чтобы они были плотнее более. Пчелы как прилипло. Сколько прополиса. Сколько прополиса. Как залипло, видите? Он просто весь улей запечатанный. Мешковина чем не хорошо, тем, что они его просто запечатали за эти 3 месяца, друзья, улей, и все склеено. Воск на свечи пойдет. Вот. Не надо меня кусать, девочки. Успокойтесь. Все хорошо. Все хорошо. Надо хоть одну рамку зацепить. Тогда все пойдут. Друзья, запечатанная медом полностью. С двух сторон рамка. Мед, друзья, горный. Так как этот улик находится в предгорье, сразу начинаются горы. Ля, красота какая. Вот что значит зрелый настоящий мед. Натуральный. Разошлись. Сейчас я возьму, сорву, денег сделаю, чтобы спрятать. Трусить не хочу, бить обули, потому что они все тревожатся. А вот таким вот веничком стряхивать как раз самое то, что надо. Ой, ой, да что ты, да что ты, какие молодцы, защищайте, правильно.
Правильно, себя надо отстаивать. Свою еду, свою правоту, все. Молодцы. Но тут дело такое, что тоже запечатано, друзья. Запечатано. Супер вообще. Вот что значит зрелый мед. Нормальный зрелый мед, натуральный. Как хорошо, что я добавил пижму в дымарь. Как раз это идет обработка от клеща пчел, что немаловажно. Никаких химикатов. Вот что значит настоящий зрелый мед. Следующее. Они просто тут все позалипли. 3 месяца я их не трогал специально. Потому что я считаю, они должны развиваться сами. Вот снова. Снова, друзья, запечатано. Запечатано. Бойцы, отстаиваете. Вот это вот натуральный зрелый мед. Правильно, никто не любит, когда их трогают. Вот это вот натуральный зрелый мед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14. Еще 13 рамок. Еще 13 рамок. Потому что рамоносец на 5 рамок. Друзья, гул слышите? Эта рамка не полная, еще и с расплодом. Поэтому я ее трогать не буду. Чувствую, надо добавить пижмы. Сейчас.
самая лучшая обработка от клеща. Вы не спорьте, вы попробуйте. Не верьте никаким химикатам. И сами все поймете. Вот он, друзья, экологически чистый мед. И причем, сами видите, в режиме реального времени, что он зрелый. Ну, сюда они не дошли. Но пока поставлю, потому что еще много что цветет. Это магазинные полурамки. Я поставил, вдруг им не хватит. Ну пусть они тут пока и стоят. Отлично, восковая моль, что как раз пойдет на настоечку. Вот она. Эту рамку они сами отстроили, потому что я пустую ставил. То есть здесь вы видите наглядный пример того, что я ее вощину сюда не ставил. Вот видите, тут лист, вощина была бы навощена по-другому, как минимум вот до сюда. Эту рамку я специально поставил пустую ради эксперимента. Они ее сами отстроили и наносили сюда меда. Спасибо вам, пчелки, чем я с удовольствием полакомлюсь. Вот он, друзья, экологически чистый мед. Нету здесь никакого бизнеса, поймите. Нету здесь никакой выгоды. Здесь идет только борьба за здоровье, за экологически чистую пищу, понимаете? Вот в чем вся суть. В чем смысл, почему я занимаюсь лечением травами? Потому что это вот с природой. С природой воедино. Поэтому, друзья, все видите без всякого монтажа. Вау! Это вообще еле поднял. Ай, черненький какой. Интересно, что за мед. Расплода нету. Поэтому эту рамку я пока отберу. А там это будет видно. Тихо, 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 не кипишуйте. Все хорошо. Как раз от клеща обработка очень хорошая. Ну, потревожат, ну, стресс для них. Но зато никакого клеща. То есть, друзья, вот одна поцеловала. Умничка. То есть, друзья, в данном случае я могу вам с уверенностью сказать, что я знаю, что я делаю, понимаете? Вот. Здесь полрамки. Полрамки с медом. Полрамки запечатаны. Сейчас, почему я еще сегодня залез, уже на сегодня передавали дожди. Поэтому я им оставлю эти полрамки. Не буду их трогать. Вот она, красавица. Тоже работают они до сих пор, несмотря на то, что сегодня уже
Сегодня 9 сентября. Пчелы продолжают работать. Все нормально. Зато будут здоровыми. Видите, друзья, пижма, да? Пижма, цветок пижма. Какое универсальное средство. Она подходит и людям, и пчелам. А вы еще даже не представляете, какой у нее обширный спектр действия и воздействия. Сейчас я вам покажу поближе рамку с медом сюда. Интересно будет, как там сфокусируется. И сюда. Потому что я снимаю на два. На две камеры. Так. Ну, потревожил. Не расстраивайтесь. Ну, надо было это сделать. Веничек побольше взял. Идем дальше. Они между рамками сверху тоже все воском залепили. Поэтому рамки даже не отдираются порой. Вот видите, друзья, как они сверху залепили воском. Красота. Красота. Сколько здесь прополиса? Здесь я возьму только прополис на этой рамке. Прополис, друзья, из которого я делаю ту самую настойку прополиса, которая есть на многих видео. Вот он. Которая лечит язву желудка, которая помогает избавиться от полипов, от стоматита, повысить иммунитет. Кто-то пьет при простатите прополис. Вот он, друзья. Опа, вот оно, прополис. Вот так он и собирается. По чуть-чуть с каждой рамки. Я смотрю, такой свеженький. Сейчас я вам его постараюсь показать. Друзья, он еще свежий, он еще липкий. Вот она, что идет на настойку прополиса.
Не какой-то столетний, не нужен, понимаете? А все только самое лучшее. Все только самое чистое. Пальцы сжимаешь, и вот надо уже более сильное усилие приложить, чтобы их разжать. Вот это прополис. Вот это прополис, друзья. Вот это настоящий зрелый мед, который ты не качаешь все лето, а пчелы живут, развиваются. И вот залазишь в сентябре месяце и достаешь то, что, как говорится, тебе положено. В любом случае ты им отдашь зимой, подкормишь их медом. Но я вам так скажу, друзья, всем хватит. Всем хватит, друзья, и мне хватит, и им хватит. С этой рамки я снова соберу прополис. Супер чистый, друзья, прополис, супер свежий прополис, который пойдет на днях на настойку прополиса. Настойка прополиса, можете у меня на сайте почитать, но у нее широкий выбор, широкий спектр действия, очень хорошо помогает от полипов. Фарингит, ринит, полоскать носоглотку, ротоглотку. Капать уши, понимаете, настойка пчелиного прополиса. И вот это то, что там делают, там 20%, 30% настойка. Нифига подобного, я вам скажу. Один к одному у меня идет. Я же говорю, у меня что, она тогда 100% получается? Вы для интереса просто попробуйте мою настойку пчелиного прополиса. И вы в этом убедитесь. Она даже элементарно, когда в стеклянной бутылочке заканчивается, по корпусу бутылки остается восковая пелена, которая ничем не смывается. И вот когда вы принимаете настойку прополиса, она очень хорошо при опухолях различных видов применяется. Настойка пчелиного прополиса при полипах в первую очередь, понимаете, при инфекции, десны кровоточат, там стоматит у кого-то. Язва желудка, тоже настойка прополиса, друзья. Вот вам, пожалуйста. Все народное, все природное. Так по чуть-чуть с каждого улика собрал. Вот тебе и настойка получилась. Все-таки пытаюсь в надежде увидеть матку. Я ее сколько уже не видел, но я уверен, что она здесь есть, потому что там есть рамка с расплодом. Поэтому